то, что было откровенно своровано во время переходного периода в 2014 году, удалось вернуть в государственную собственность. Очень много людей сейчас переезжает в Крым на постоянное место жительства, потому что это очень интересный регион климатически, и люди здесь живут не самые плохие, не скандальные. При этом часть крымчан, наоборот, переезжает на материковую часть России. При Украине, помню, многие отдыхающие приезжали на москвичах, а сверху клетки с курами, я не шучу. Курортники ели снесенные курами яйца, потом этих кур резали на мясо, получалось дешево и сердито. Мы мощное и технологически развитое государство. Россия никогда не была агрессором, никогда ни на кого не нападала. Она всю жизнь защищалась. После этого приходила в страну агрессора, наводила порядок, разворачивалась и уходила. Все откровения Михаила Шеремета читайте в новом интервью газете «Аргументы недели». Ссылка в описании.